Я в порядке. Надеюсь, вы тоже целы. Поднимайтесь. Буду ждать вас наверху. Ни единого луча света. Иду на ощупь, словно в кошмарном сне. Я нашел склон. Вы уже рядом? Мы справились. Всегда. Когда под знамена света встанет новый герой. Тьма воспрянет ото сна. А сердце льва опалит дикое пламя. Твой путь только начался, искатель.
Подумать только. Я был кругом прав. Затерянное сокровище оказалось в сотни раз ценнее золота и камней. А судьба и правда неспроста привела вас в это святилище. Хоть мы и многое пережили вместе, но скоро придет время прощаться. Куда вы отправитесь дальше? Здесь я вас покину. Кто знает, может, мы еще встретимся? Кто знает, друг мой? Люди ведь лгут. Пророчества ошибаются. И даже герои иногда гибнут попусту. Вы уже видели энтого жреца? Очередной проходимец. Жрец излечит вашу подагру, господин Тусет? Не нудьте. Это что ли жрец, об котором все толкуют? Странствующие жрецы хуже странствующих рыцарей. Этот Аман чудотворец. Неужели тот самый Аман? Я думал, он постарше. А повозка-то у жреца простенькая. Честно он, что ли? Добро пожаловать, господин Аман. От зависимости избавляете? Молчи, болван, постеснялся бы. Папочка, лжец, лжец. Не лжец, а жрец. Что привело вас в Леонхольд, господин Аман? Признаться, я весьма удивлен столь теплым приемом. Вы же знаете, как быстро разносятся слухи в Леонхольде. Весь город только о вас и говорит. Видят боги, у нас с верховным жрецом разные представления о скромном визите. Эй, святоша! Стража! Взять его! Подожди! Беги, Лола, беги! Что бывает, когда скромный визит превращается в торжественный прием. Кому, как не верховному жрецу, знать, что у ордена немало врагов. Надеюсь, никто из жителей не пострадал. Слава чудотворца опасна. Вы сами видели. Далеко не всем по душе то, что я делаю. Но таков мой долг, и я ему следую, как и весь наш орден. А что ведет вас? Ковчег? Так вы искатель. Отрадно это слышать. Иные скажут, что вы блаженны, но это не так. Какого?
Теперь я дважды ваш должник. Святой Руфион, да сколько же их? Я-то думал, такие погони только в приключенческих романах бывают. Второе нападение за день. Либо злопамятный лорд объявил охоту за моей головой, честное слово, его подагра неизлечима, я был попросту бессилен. Либо кто-то очень не хочет, чтобы я добрался до Леонхольда. Именем Руфиона. Да рассеется тьма. Я вижу! Вижу! Да благословит вас Руфион! Вы видели? Невероятно! Неужто бедняжка рано прозрела? А, искатель, прошу, подойдите. Ваше святейшество, я обещал достойную награду. Знание. Вот высшая награда для искателя. Как неловко. Я думал о золоте. Ты недооцениваешь своего спасителя, Аман. Напротив, я весьма ценю. На тропе паломников не бывает случайных встреч. Ибо тот, кто следует за первозданным светом, не одинок. Я не понимаю, ваше святейшество. Искатель понимает. Глаза, Аман, присмотрись. Эти глаза видели свет Тризиона. Я вижу в твоих глазах не только свет Тризиона, дитя. Тебе ведома тьма, фетронийская тьма, рассеять которую способна лишь одна сила. Я знаю, ты ищешь утраченный ковчег. Это вы спасли господина Амана? Эх, надо
Надо было подшить подол, а то как помело. Придете? Погодка сегодня просто чудесная. Отсюда весь город как на ладони. Сегодня просто чудесная.